SCP-1685. Обзорные площадки. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. Поиском экземпляров SCP-1685 и изоляцией их от общественности занимается мобильная оперативная группа P4. Орден Угасающего Созвездия. Внутреннее пространство экземпляров SCP-1685 оснащено набором телескопов и прочей наблюдательной аппаратуры, что служит целям для локализации местоположения экземпляров SCP-1685, так и продвижения наблюдений, связанных с проектом Хеймдаль. Персонал, входящий внутрь экземпляров SCP-1685, должен быть одет в высотные скафандры для защиты от воздействия вакуума. Поскольку принципы действия SCP-1685 еще не полностью изучены, вокруг каждого экземпляра SCP-1685 должен быть сооружен шлюз в качестве дополнительной гарантии предотвращения утечки атмосферы в случае, если внутренние стенки SCP-1685 станут газопроницаемыми. Описание. SCP-1685 – обозначение для серии дверей, ведущих в пространство объемом по 100 кубических метров, находящихся в открытом космосе. Эти пространства свободно заполняются земной атмосферой и ограничены неизвестными прозрачным материалом. Неразрушающие исследования мало что позволили выяснить о материале стенок. Разрушающие же исследования в настоящее время не утверждены. Внутренние пространства SCP-1685 имеют примерно кубическую форму и источник гравитации, соответствующий двери, используемые для доступа к нему. Наблюдения показали, что внутреннее пространство SCP-1685 находится в, по-видимому, случайных местах. Никакой закономерности до сих пор не выявлено. Первый экземпляр SCP-1685 был найден в доме японского ученого Сумио Идзимы. С тех пор экземпляры SCP-1685 обнаруживались во многих местах на всех семи континентах, однако наибольшее их количество находится в густонаселенной городской среде и в других областях, страдающих от чрезмерного светового загрязнения. Приложение 1612-1. На входах во все экземпляры SCP-1685 была найдена рукописная записка, содержание которой приведено ниже. Наличие этих записок в настоящее время является единственным предупреждением о наличии за дверью экземпляра SCP-1685. Смотрите на звезды каждый раз, когда предоставится свободное время. Они такие красивые. Панглс.